Здравствуйте! Мы продолжаем мой видеоблог «Разговор по душам», и сегодня мы встречаемся в Москве с Александром Дмитриевичем Собяниным. Александр Дмитриевич, здравствуйте! Здравствуйте! Александр – востоковед, эксперт-аналитик, руководитель службы стратегического планирования Ассоциации «Приграничное сотрудничество». Помимо всего этого, Александр – член экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры. Александр, ну, первый мой вопрос к вам будет, конечно же, о будущем Евразийском союзе. Каким вы его видите? Ну, такой общий вопрос, что я отвечу очень кратко. У нас неизбежен русско-евразийский союз, большое государство, которое по размеру будет побольше Советского Союза. У нас впереди неизбежны большие проблемы, вызовы. И у нас неизбежно появление большого многонационального народа, который, собственно говоря, возможно, и никуда не девался. А как вы его видите? То есть это какое-то унитарное государство или федерация? Или вот что это такое будет? У нас формат большого государства определяется не волей политических элит, а географией нашей. И эта география определяет, что у нас всегда, когда государство сильное, народ многонациональный, с обережением культур, потому что география требует, чтобы особенности, различия народов не только сохранялись, но и укреплялись, потому что чем больше будет разнообразия, тем больше будет разнообразия и у государства, у нашего народа в целом. Советский народ не был унитарным. Это был многонациональный народ, но это был народ. Вот. Естественно, что евразийский народ точно так же будет многонациональным народом, где будет очень ценно сохранение, укрепление национальных особенностей. Здесь это такие вещи, может быть, банальные, потому что именно в Казахстане университет имени Гумилева, а не в России. И именно в Казахстане сильно интернационалистские позиции, очень большой мир между этносами. Это такие вещи банальные, как раз у вас в Казахстане в этом плане вполне. То есть, в принципе, не важно, будет это конфедерация, или это унитарное государство, или что-то такое, или какой-то союз? Это обязательно будет сложносоставное государство, в обязательном порядке. Что значит сложносоставное? Это значит, что будет ядро с достаточно жестким административным устройством, условно говоря, русское ядро, и будут государственные образования, вошедшие на союзных условиях с огромной свободой. Это те республики, которые входят доброй воле сами по своему желанию. В первую очередь Казахстан и Белоруссия, естественно. То есть Казахстан по своей доброй воле войдет в такой союз? Казахстан по доброй воле инициировал это. Здесь, на самом деле, я не вижу больших проблем, кроме того, что сейчас эти процессы преждевременны. Спешить пока некуда. И то, что мы сейчас, скажем, видим со словом «евразийский», это касается либо сугубо экономики, да, таможенный союз и Евразийский экономический союз, либо это пропаганда про то, что мы были когда-то вместе, и мы будем впереди вместе. Но это пока голая пропаганда, пока еще не время. То есть вы считаете, пока пропагандировать Евразийский союз не стоит? Раз пропагандируют, значит, в наших странах считают, что стоит. Я считаю, что еще не время, потому что пока в наших отношениях не все гладко, не все честно. А вы считаете, не все честно в отношениях? Конечно. Например, России и Казахстана? Конечно. Ну, вы знаете, Александр Дмитриевич, вот у нас, например, в Казахстане есть не только сторонники Евразийского союза, но и противники Евразийского союза. Наверное, поэтому как бы вполне логично, что возникает какая-то некие силы, некие люди, которые занимаются пропагандой евразийской, потому что они чувствуют опасность, да. Тревогу. Так.
Вы говорите, что Казахстан добровольно, но тем не менее существует, и в том числе лидер Казахстана примет решение, что пора, весь Казахстан придет добровольно. И вот эти разногласия или несогласия ничего весить не будут и ничего значить не будут. Потому что Назарбаев пользуется тотальным доверием народа, и его решения будут всегда поддержаны. Вот можно вспомнить, еще недавно в Казахстане при поддержке Акорды, администрации президента Казахстана, раскручивалось, поднималось идеологические движения национал-патриотов, национал-демократов, да? Совсем недавно. И кое-кто здесь, в Москве, говорил, что это опасно, потому что и те, включая нацдемов, стоят на русофобских и позициях против России, против русского народа. Администрация приняла решение, что больше не пропагандировать по центральным телеканалам Казахстана ни тех, ни тех. И что они сейчас ничего не весят, ничего не значат. Мы сильно преувеличиваем происходящее в информационном пространстве и происходящее в политике. Это разные вещи? Да? Конечно, разные вещи. В информационном пространстве есть такое убеждение, которое многие пиарщики повторяют, что то, чего нет в информационном пространстве, того нет в жизни. Да? Наверняка слышали что-нибудь подобное. Но любой, кто был на войне, любой, кто работал на заводе, скажет, это дикая чушь. Огромные пласты нашей жизни происходят вне информационного пространства. И некая скрытая работа ведется, да? Где-то скрытая, где-то тайная, а по большей части просто она открытая. Только она не интересна информационному пространству, потому что там, где наступает порядок, там, где начинается развитие, где дело идет хорошо, информационному пространству становится скучно, потому что нету конфликтов, да? Нету склок, некого обругать, обвинить во всех грехах. Все люди работают, ты можешь этому радоваться, а мы разучились радоваться. Нам нужно убеждать себя и других, что мы правы, что наш враг не прав. Нам надо обозначать, кто наши, а кто не наши. Да? Но это же к работе не имеет отношения, ни к военной, ни к гражданской. Не имеет к созидательному, вы верно сказали. Если ты хочешь созидать, у тебя сразу голова начинает иначе думать. Ответственность. Ответственность по компетенциям, по знаниям, по опыту, ответственность в коллективе, да, там, как твоя работа будет принята другими, как другие с тобой. Появится необходимость там, где есть разногласия, убедить или научить, причем научить чаще, чем убедить. И нигде конфликтом не пахнет. Мы просто разучились человеческим отношениям, человеческой работе. Александр Дмитриевич, а как вот вы прокомментируете такой феномен в нашем, в казахстанском информационном поле, если какой-нибудь российский, например, ну или неважно, какой-то зарубежный, да, политические деятели или общественно-политические деятели как-то высказывается о Казахстане, как-то, ну, как-то не так, как бы нам хотелось, да? Наше инфополе сразу, оно настолько возбуждается, то есть там, ой, Пармай, что там этот Жириновский сказал, или ой, бай, там, Лимонов, там, для нас это так значимо, там, я имею в виду, нас, под нами, я подразумеваю общество, да, то, что общество так болезненно, неоднозначно, это что такое, это в какой-то эффект провинциала или что-то вот это? Как это вы объясните? Эффект провинциала в республике, которая была Советской Республикой, проявляется только тогда, когда в республике собственная элита отрывается от собственного народа. Это ключевая вещь. Казахстан не был никогда провинцией. На мой взгляд, я в советское время
много где ездил, и, на мой взгляд, Алма-Ата – это был образцовый имперский советский город, гораздо больше, чем казахский. Никакой провинциальностью близко не пахло и не было. Казахские ученые занимали высшие позиции в геологии, в физике, в атомной промышленности. Ну, какой там провинциализм? Даже в рок-культуре, когда Комитет госбезопасности раскручивал 4 рок-клуба, да, помните, московский, ленинградский, красноярский, свердловский, именно Казахстан нам подарил Виктора Цоя, это фигура запредельная по масштабу. Ну, где тут провинциализм? Казахская элита оторвалась, народ живет в Казахстане своей жизнью, элита своей жизнью. И поэтому получается, что то, что у соседа, ну, российское телевидение, российские газеты больше имеют денег, профессиональных передач, статей больше, естественно, это давление идет, но оно влияет только потому, что у себя непосредственно в Казахстане элита немного оторвалась. Я в свое время участвовал как эксперт не только в докладах по российской элите политической, но и по казахской. Вот Евразийский центр политических исследований, алматинский, делал доклад в 2009 году «Группа влияния в Республике Казахстан». Вот я один из участников этого доклада. И потом тоже мы работали по казахской элите. Казахская элита живет в одном пространстве, где есть Назарбаев, где есть Самрук-Казына, где есть гигантские госкомпании, Казмунайгаз, Казахстан-Тимиржалы, где есть министерство, корпорации развития. Народ никак в этом пространстве не живет. Это главная причина. Естественно, это сказывается напрямую в том, что гуманитарная казахская элита заперта в городе Алмате и практически не знает не только Казахстан, но и провинции. Вот таких людей, как мой товарищ Марат Максимович Шибутов, который очень много работал в самых разных городах Казахстана, хорошо знает Западный, Южный Казахстан, в гуманитарной казахской политологии мало. Ну, таких, как Шибутов-то, наверное, совсем один. Да, в основном это все-таки алматинская умная, ну, Вандея не Вандея, но некая фронда и астанинский карьеризм. Но в такой среде человек искусства, человек творчества не может процветать и создавать те миры, описывать происходящее так, чтобы народ принимал, потому что... Ну а что делать-то? Ну элиты оторваны. А как это вот возможно исправить-то? Я бы все-таки уклонился от вопроса, что делать. Не всем это понравится. А как вернуть элиту? Как развернуть к народу? Нельзя разворачивать элиту, пока нету высочайшего повеления сверху. Попытки разворачивать элиту лицом к народу, если это не происходит и на самом верху, это еще хуже. Это еще и подрыв государственной общественной стабильности. Сейчас она есть в Казахстане. Она основана на тотальном доверии народа Назарбаеву со стороны людей и тотальной лояльностью, где-то честной, где-то испуганной, со стороны управленческих элит. Опять-таки к Назарбаеву. На этих двух фундаментах держится, но понятно, что это не фундаменты, где процветает большая наука или большое гуманитарное творчество. Александр Дмитриевич, ну хорошо. Вот вы говорите, что сейчас что все делать? Завязывается на Назарбаева, да? Да. А на Назарбаева, конечно. А что дальше? У меня есть интервью, где как раз на этот вопрос я прямо отвечаю. В Казахстане есть преемник Назарбаева, у него есть имя Нурсултан Абишевич Назарбаев.
не надо строить иллюзии и описывать мир после Назарбаева, потому что это значит сомневаться в том, что Нурсултан Абишевич Назарбаев сможет провести Казахстан через вот такой сложнейший исторический период, а переход от Республики Казахстан к Республике Казахстан в составе Евразийского союза политического, не экономического, это очень сложный период. И он может быть по масштабу, может быть даже и сложнее, чем был тогда, когда СССР развалился. И тогда же Назарбаев смог провести. А одна из причин, почему смог провести, не только выдающиеся таланты личные и психология, а то, что он был у высшей власти в Казахстане с 86 года. Если бы он пришел к власти в 90-91 годах, неизвестно, как бы могло что пойти. Были бы альтернативы. Были бы альтернативы, пошли бы брожения в казахской элите. Пошли бы брожения в казахской элите. Очень быстро появились бы внешние американские и российские заинтересованные группы, чтобы поддержать ту или иную казахскую. Не надо играть с такими опасными вещами. Назарбаев – самая лучшая фигура, кто проведет страну через вот этот сложнейший период. И этот период ведь сложный. Почему? В 91 году было необходимо сохранить мир в Казахстане и сохранить государственность Казахстана. То есть задачи были удерживающие. Сейчас задачи будут сложнее, потому что это задача развития. Сделать другое общество и развить экономику, не спасать. Это задача сложнее, чем удержать и сохранить. И, конечно же, только Назарбаев и должен это делать. Хорошо, Александр Дмитриевич. Ну, это про Казахстан. А что в России сейчас происходит, на ваш взгляд? Что такое вы сейчас, какая уточните, например, в России, потому что... Я уточню, да. Дело в том, что вот недавно был скандал, на который опять-таки неоднозначно отреагировала и возбудилась сразу казахская общественность, когда директор государственного архива заявляет уже в который раз, что никакого подвига не было и никакого боя при Дубосеково не было. Речь идет о 28 героях-панфиловцев. То есть мы видим, да, что государственный чиновник такого уровня совершает натуральную диверсию, да, какую-то, ну, просто вредит. И поэтому в связи с этим у меня вопрос. Что происходит с элитой России, с политической элитой России? Она, по сути, она ведь тоже не единым фронтом выступает. Она ведь тоже какая-то очень... этого товарища, который... Он ведь не пытается поставить под сомнение подвиг, да? Он пытается убедить, что подвига не было. Подвига не было. Хотя сам вопрос давно известен. Известно, что подвиг был, что там было людей гораздо больше. Почти все остались живы. То есть погибших не так много. Но подвиг был именно таким, не имеющий достаточного оружия стрелкового подразделения казахской дивизии, панфиловской, остановила танки. Но, а что тут комментировать? Ну, чудак на букву «М», что я могу еще сказать? Но это же не вопрос. Если мы видим, что какой-нибудь урод разжигает вранье, разжигает чушь, пытается сказать, что наши предки были не герои, а кто были они, непонятно, да? Ну, разве это надо комментировать? Надо просто говорить, это урод, нехороший человек. А зачем он дразнит казахов и кыргызов, интересно? Вот чтобы что? Не чтобы что. Мне немножко печально, если честно, что даже казахский МИД, Министерство иностранных дел, регулярно реагирует на то, что скажет Жириновский или какой-нибудь российский политик, или Эдуард Лимонов про целостность Казахстана. Да, там. Но зачем реагировать на людей, которые не представляют исполнительную власть в России?
И они еще, конечно, не вся Россия. Это уже частности. В Казахстане есть некий общественный консенсус вокруг Назарбаева. Этот консенсус называется «не будем раскачивать лодку». Не допустим, чтобы межнациональный и межсословный мир в Казахстане был дестабилизирован. Да? В России такого консенсуса нету, потому что он не нужен. Любой общий консенсус, когда люди себя заставляют говорить не то, что думают, он хорош единомыслием, но он плох тем, что исчезает энергия. Если есть возможность в обществе или в системе социальной сохранять любые различия, политические, идеологические, религиозные, надо их сохранять. В России вот эти различия ничему не угрожают. У нас угроза другая, а вы, может быть, даже не спросите, потому что об этом в Казахстане мало кто знает. У нас есть проблема с собственной элитой, с российской, которой нету в Казахстане. И эта проблема называется то, что народ ждет чистки элиты. И эта чистка неизбежна. На сегодня основная элита в России, которая сейчас все как один патриоты, с 10 буквами «Р», все как один за русский мир, с 20 буквами «Р», да, в слове «русский мир». Но которые, это та же самая элита, которая была в 90-е 2000-е годы. СССР разрушал же не Казахстан, не казахская элита. СССР не белорусская элита разрушала, не таджикская, не армянская, русская элита. РСФСР, то есть центральное звено. И естественно, что и наша элита 90-х годов, она намного более враждебна народу, чем казахская элита 90-х годов казахскому народу. Это в Казахстане не понимают и пытаются от представителей элиты ждать такой же честности или последовательности, как от Путина или путинцев. Этого не надо. Я почему говорю, нам не нужна евразийская пропаганда, потому что пока российская элита не провела чистку, мы, извиняюсь, очень быстро можем испортить и дестабилизировать Казахстан при соприкосновении двух политических систем. Испортить, в смысле, с какой? Испортить. Все хорошее, сильное в казахском обществе ослабеет, а сильного-то не прибавится. Сильное может прибавляться не о соприкосновении миров, а в результате труда, в результате работы. Это скрупулезный труд, над ним надо работать. И это вопрос не к российской элите, это вопрос к казахской элите. Почему в казахской элите так мало людей, кто своим трудом работает на будущее? Если ты работаешь трудом на будущее, какая тебе разница, что говорят полоумные политики в России? Или не безответственные? Жириновский очень человек, в общем-то, ответственный, но он же позволяет себе эпатаж. Ему позволено это. Вот, потому что в эпатаже Жириновский никогда не переходит опасные границы. Остальные, зачем вообще на это внимание обращать? Элита неадекватная, элита будет чиститься. Народ этого ждет здесь, в России. Вот у меня есть один старший друг, товарищ, соратник. Мы много работали, в том числе и в Казахстане работали с ним. Профессор Высшей школы экономики Юрий Михайлович Плюснин. Он когда давал интервью журналу Казахской академии управления, естественно, по госуправленцам, раз академия управления, его начал описывать элиту, а интервьюер спрашивает, ну, а как же вот то, что вы описываете, вроде неприменимо к тем, кто у нас наверху в элите. Он говорит, ну, почему неприменимо? Наверх всплывают всякие. Можно к слову элита относить то, что сейчас происходит. Наверх всплывают всякие приспособленцы, карьеристы,
те, которые громче всех слова, кричат «Слава Казахстану!», «Слава Назарбаеву!», «Елбасы!», «Лидеру нации!». Вот. А есть элита, которая работает и которая, конечно же, не кричит. Вот. И то можно назвать элитой, только вторая – это настоящая элита, которая работает. А первая – это та элита, которая будет… Время, которое истекает, и у вас еще не самый тяжелый случай, у нас хуже все. Александр Дмитриевич, а вот вообще, если вот в целом оценивать ситуацию, да, в целом в нашем евразийском пространстве, она скорее благоприятная, чем какая-то упадническая? Безусловно. Вот мы уже с вами, Анастасия, обозначили, что не хочется мне обсуждать информационное пространство, битвы в информационном пространстве, именно потому, что они страшно далеки от жизни. Да? У нас в жизни происходит настолько много очевидно хорошего, очевидно позитивного, и мы это не обсуждаем, потому что там действительно нет конфликта. Ну вот в качестве примеров я некоторые моменты обозначу. Да, там, в России общество стало здоровее во всех смыслах. Лучше относится к государству, спокойнее относится к друг другу, честнее, больше порицает воровство и коррупцию. А в России очень часто это в обществе спокойно принималось, скажем так. Да? Смотрите, как чисто прошла Олимпиада в Сочи. Это же был, помимо того, что красивый праздник, это же была демонстрация единения народа и государства. Это была демонстрация возможностей государства, потому что 30 тысяч волонтеров и 35-40 тысяч служивых людей одномоментно переместились в крохотный регион вокруг Сочи, и потом также организованно разъехались, решив все задачи. Это потрясающая эффективность работы. Мы, вот парад 9 мая, да, показана передовая техника, сразу по многим направлениям, выдающиеся по мировым меркам, сильно опережающие американские, немецкие образцы. Это же не дело 2-3 лет. Это спокойная, скрупулезная работа, минимум 5-7 лет по наведению порядка. Да? Воровство везде. Нет вопроса коррупции. Есть вопрос исправления экономических отношений. Если мы боремся с коррупцией, коррупция остается. Да? Если мы хотим сделать танк, мы не можем его делать там, где есть коррупция. Вот решили мы делать космос, строить космодром Восточный, сменили 100% все до единого строительные компании. То есть не просто арестовали, а их арестовали владельцев компании. Что уже хорошо, да? Не виноватых гендиректоров арестовывают, а владельцев. Это очень правильно. Но помимо того, что аресты прошли, компании сменились. И большинство рабочих влились в новые компании, которые работают честно, без воровства, быстро, надежно. Это же хороший момент. Хороший момент на евразийском направлении. Вот у нас сейчас во всех республиках бывшего Союза, не только в Казахстане, но и в Таджикистане, в Узбекистане, в Абхазии, да, в Киргизии, где я бываю. В национальных республиках российских, Кавказа и Сибири намного больше уважения к советскому периоду, к советской власти, к СССР. На высочайшем уровне преклонения и уважения к подвигу 41-45 годов наших дедов, прадедов. Еще 5 лет назад этого не было. Еще 5 лет назад, приезжая в Узбекистан, надо было быть готовым к попыткам милиции там обуть на деньги там, да, или к придиркам каким-то. Приезжая в Киргизию, надо было быть готовым
каким-то русофобским возможным проявлением. Сейчас ничего этого нет. Еще 5 лет назад в российских городах свирепствовал бытовой национализм. Сейчас он минимальный. Вещи происходят очень много, хорошие. Они же не происходят естественным образом, что общество само выздоравливает. Не надо питать иллюзии. Это работа, это нормально, скрупулезная, хорошая работа, которую, я считаю, не надо сейчас освещать. И в Казахстане тоже хорошие моменты есть. Конечно, 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 конечно. А в Казахстане где-то сейчас немного ситуация подвисла в политическом смысле, потому что казахская элита, в отличие от российской, боится слова «инициатива», потому что в России инициатива может наказываться двумя вещами, или, как в армии, ее исполнением, или безразличием. Да? А в Казахстане инициатива, серьезная политическая инициатива, я имею в виду не политологов, экспертов, а серьезную какую-то политическую инициативу на государственном уровне, она очень часто может быть чревата наказанием, проблемами для того, кто поднимает инициативу. В результате вот мы имеем то, что имеем. Безинициативную элиту. Элита, которая потеряла понимание или теряет понимание, что происходит в народе. Об этом вот очень хорошо говорит Гульмира Ильюва, поскольку я считаю, что ее центр очень объективные исследования проводит. В Казахстане проблем меньше, но зато они такие тупиковые или патовые. Элита оторвалась от народа, и это знают и социологи, и партия Нур-Отан, да? А политическая элита боится инициативы, а значит не рожает. Значит, идет воспроизводство в реальной политике, идет воспроизводство не хорошего знания, не прорывного знания, не будущего знания. Оно же всегда рисковое. Оно всегда требует эксперимента, попытки, ответственного какого-то дела, а идет воспроизводство средних, усредненных позиций. Пусть мы здесь не приобрели, зато не потеряем. Вот как в евразийских наших отношениях, да, Казахстан настолько много обсуждал в политологическом пространстве, выгоден Евразийский союз, не выгоден Евразийский союз. Я в этом никогда не участвовал, потому что это бессмысленная дискуссия, бессмысленная. Во-первых, есть нормальные наработки экономические Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития. Они все до единого, эти доклады, в открытом доступе, где разжевано, прописано, как при этом сценарии, кто потеряет, кто приобретет и будет развиваться, как при этом сценарии с Украиной, без Украины. Ты либо бери с этим работай, либо бери это опровергай, и это будет знание. А если там, где два президента имеют хорошо проработанные экономические обоснования, политологическая элита обсуждает на 3 ранга ниже, нужно или не нужно, выгодно Казахстану, невыгодно. Это вопрос на 3 ранга ниже того, что президенты уже прочли, и то, что, о чем Назарбаев и Путин уже приняли решение. Мы с вами уже, Анастасия, проговорили, что казахские социологи и партия Нур-Отан знают о том, что элита потеряла понимание, чем и как живет народ, да, о народе реальном. Это хотя бы понято и вслух признано. Мы сказали, что казахская высшая политическая элита боится инициативы, в отличие от российской, и в результате знания очень хорошо, что когда мы говорим о казахской элите, гремит гром, это хороший знак, ливень и гром, это очень хорошо. Многим, я думаю, будет приятно, когда гром в кадрах будет звучать и у нас, и у вас. В результате получается, что казахское экспертно-политологическое сообщество хорошее знание производит не публично в каких-то заказах, да,
И оно действительно хорошее, качественное. А в публичном пространстве это некая усредненная и очень упрощенная дискуссия, вот как по Евразийскому союзу. Нужен или не нужен Евразийский союз? Выгодно или невыгодно Республике Казахстан и Евразийский союз? Потеряет или не потеряет казахская экономика от вступления в Евразийский союз? Почему это глупо? Во-первых, два президента решение приняли. И ты должен думать вперед, а не нужно или не нужно. Во-вторых, есть хорошие экономические исследования. Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития. Одна из лучших наших евразийских экономических школ в России. Где все расписано, экономически посчитано. Как при таком сценарии с белорусами, казахами, как с украинцами, как без украинцев, что будет при присоединении Армении, Киргизии, Таджикистана. Все подсчитано, кто что потеряет, кто приобретет. Если ты хочешь, чтобы твои наши президенты слушали, ты должен или это взять и с этим работать сам, или взять и сказать, вот они тут не правы, у меня математическая школа немножко другая, но президенты опираются на хорошую экономическую и политическую аналитику, а политологическое сообщество производит некое усредненное политологическое знание, которое интересно для столкновений в информационном пространстве, определений, ты за этих или за этих, да? Ну вот я имперец, я евразиец, ну и что? Большая часть моей реальной работы была направлена и сопряжена со вполне либеральными частными компаниями. И никакого тут различия нет. Мои взгляды политические не должны влиять на мою аналитическую или научную деятельность. Получается, что политологическое сообщество Казахстана, воспроизводя раз за разом усредненное знание, ориентируясь все больше самих на себя, даже не закукливается, новые лица появляются, а закукливаются сами темы обсуждения. Лицам, принимающим решения, хоть в науке, хоть в экономике, хоть в бизнесе, нужны понятные вещи. Вот тут закономерности процесса такие, исходя из них, вам лучше сделать то-то или в крайнем случае то-то, да? В политике, в экономике. А если политологическое сообщество обсуждает вещи, которые президентам не интересны, президентам совершенно не интересно знать, нужно или не нужно Казахстану евразийская интеграция. Назарбаеву нужно понять, как Казахстану действовать по отраслям промышленности и экономики в целом. Назарбаеву нужно не потерять суверенность, Назарбаеву нужно не потерять общественную стабильность и спокойствие в Казахстане. Эти вещи, они должны быть как воздух, условиями работы, граничными условиями, вещами, которые не обсуждаются, да, но именно условиями. А дальше надо работать, а не выяснять. Понимаете, Анастасия, в споре истина никогда не рождается. У нас очень много пословиц народных, а народ рождает и ум, и глупость. И немало вполне народных пословиц глупых. В споре истина никогда не рождается. Истина рождается либо в уме одного человека, неважно, аналитик, ученый или просто человек, здравомыслящий, да? Или истина рождается в совместной работе. А в споре кто рождается? В споре рождается победитель спора со всеми вытекающими. В споре рождается победитель спора. Нужно работать и перестать уже спорить о том, кто прав, кто виноват, потому что я соглашусь с Александром Дмитриевичем, пожалуй. Спасибо большое, Александр, вам за интервью. Очень интересно было, очень познавательно. Спасибо. Вам спасибо. Вот. Надеюсь, что мы с вами беседуем не последний раз. Вот. И, конечно, всем нам придется, на самом деле, и вам здесь, в России, работать больше, и нам в Казахстане работать больше.